Адресное информирование жителей о предстоящих выборах президента России продолжается. Представители участковых избирательных комиссий отвечают на все вопросы, интересующие граждан. Как отдать свой голос по месту нахождения? Такой вопрос возник у Лилии Юсуповой. Она уедет в командировку в Москву и в дни выборов не сможет прийти в избирательный пункт, к которому прикреплена по месту прописки. Обходчики объяснили Лилии, как ей принять участие в выборах в этом случае. Это очень удобно, потому что я могу проголосовать в любой части нашей Родины. Независимо от того, буду я в Владивостоке или буду в Калининграде. Я считаю, что это прекрасная возможность для того, чтобы отдать свой голос за того кандидата, кого люди посчитают себе нужным. Удобный избирательный пункт можно выбрать заранее. Заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно подать на сайте госуслуг или в приложении до 11 марта. С 6 марта это можно будет сделать лично. Что проголосовать на дому знают все. А вот то, что можно прикрепиться по месту нахождения, где удобно проголосовать, люди с интересом про это слушали. И некоторые даже огорчались, что уезжают из города и не могут проголосовать. Оказывается, это без проблем. В специальном приложении обходчики отмечают квартиры, в которых побывали. Если жителей не оказалось дома, представители избирательной комиссии оставляют на ручке двери табличку с QR-кодом, перейдя по которому можно узнать все сведения о выборах. Андрей Бессонов, Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.